Добро пожаловать на Олимпийский стадион в Лондоне. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня будут с мотами состав хозяев. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Посмотрим, как будут играть гости. Соперник тоже использует построение 4-5-1. Да, акцент сделан на линию полузащиты с расчетом на точную передачу единственному нападающему. Добро пожаловать на Олимпийский стадион в Лондоне. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня будут с мотами состав хозяев. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Посмотрим, как будут играть гости. Соперник тоже использует построение 4-5-1. Да, акцент сделан на линию полузащиты с расчетом на точную передачу единственному нападающему. Добро пожаловать на Олимпийский стадион в Лондоне. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня будут с мотами состав хозяев. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Посмотрим, как будут играть гости. Соперник тоже использует построение 4-5-1. Да, акцент сделан на линию полузащиты с расчетом на точную передачу единственному нападающему. Добро пожаловать на Олимпийский стадион в Лондоне. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня будут с мотами состав хозяев. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Посмотрим, как будут играть гости. Соперник тоже использует построение 4-5-1. Да, акцент сделан на линию полузащиты с расчетом на точную передачу единственному нападающему. Андрей Ермоленко. Немного сзади есть игрок, на него идет навес. Дефур. И у соперника теперь мяч. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Отличный пас. Арнаутович!